Аутизм este o stare de viață, să zicem, un aspect social chiar, care într-adevăr, da, se poate de trăit, dar se cere mai multă atenție și din partea familiei și din partea societății. Dar societatea nu e gata. În momentul că copiii ăștia nu trebuie să stăie închiși în casă. Asta eu am făcut concluzia pentru mine de mult. Будущее своего ребенка я вижу в этом дворе, ничего не делающим, если я ничего не буду делать. Но поддержек никаких нету ни со стороны отца ее, ни со стороны государства. Поэтому, честно говоря, будущее я вижу такое скудненькое, бесперспективное. У нас в семье есть особенный ребенок, Дашка, дочке 17 лет. Также у меня есть еще одна дочка, 6,5 лет. Живем мы в Сынджере с мамой также, потому что в связи с проблемным развитием и с диагнозом старшей дочки, я приняла решение, что за городом, имея свой частный дом и на свежем воздухе, будет намного нам комфортнее, проще, лучше для ребенка. Меня зовут Березова Ольга, я работаю врачом-психиатром в организации СОС Аутизм, а также поведенческим терапевтом. Подростковый возраст очень сложный у этих деток. Когда появляются такие проблемы, допустим, у мальчиков эрекция, периоды возбуждения, родители не знают, что с этим делать, потому что ребенок, который не говорит, и у него возникают эти состояния, он не понимает, что с ним происходит. И он абсолютно теряется в этой ситуации, потому что он не может спросить у мамы, мама не может ему объяснить, и он не знает, что с этим делать. Поэтому эти дети не знают, как поступать. Они в стрессе, они фрустрированы, и они теряются. Покажи, как красиво у тебя кровать. Показывай. Что касается менструального цикла, у нас были сложности, когда только появилась, потому что ребенок не терпит все лишнее. У нас не терпится даже резинки на голове, я не говорю уже про инородные какие-то предметы в белье. Поэтому первое время ребенок просто это все вытаскивал, выбрасывал. Это было ужасно, конечно. Поэтому пока ребенок привык и адаптировался, что безвыходная ситуация раз в месяц возникает такая ситуация, прошел где-то год. Это обезьяна моя самая любимая. Дальше просто. Медвежонок. Ребенка мы воспринимаем такой, какая она есть. Про то, что мы любим ее и обожаем, это вообще даже говорить не стоит, потому что это наша любимица в семье, пока не слышит младшая, а то сейчас приревнует, такое часто между детьми. Тем она и особенная, она отличается от других деток. Отличается тем, что ей нужно больше внимания, ей нужно помочь себя обслужить, потому что ребенок не способен себя обслужить, не способна, если подробно, одеться, помыться, ухаживать за собой. Поэтому постоянно нужна ей помощь. Я считаю, что нет безвыходной ситуации. Нужно искать подходы. Нужно искать, с какой стороны, или всегда нужно спрашивать у других, советоваться. Может быть, люди тебе чем-то помогут, которые уже были в таких ситуациях. Поэтому это получится. Надо просто хотеть. Любить своего ребенка, наверное. Acum ne aflăm la școală numărul 11, profesional, pentru slab, copii care slab aud ca tare. Dar au spus că ne iau și pe noi. Am ajuns aici pentru că asta e unica în general oportunitate, nu pentru numai Chișinău, dar și în general pentru toată Moldova. Îmi făceam griji că nu o să fim primiți, pentru că aici locurile sunt limitate. Pentru familia noastră era principalul ca el să nu rămână acasă, ca el să fie totuși în societate, socializat. Asta era principalul. Mă numesc Guzo Lucia. Sunt mama a doi băieți, Artem și Alexandru. Totul s-a început așa, mai mult din considerentele că el nu vorbea. Avea un an, de acum aproape doi, și băiatul mai mare tot timpul spunea de ce Artem nu vrea să vorbească cu mine. Și atunci noi am început să batem în clopote. Pentru noi asta a fost foarte, foarte stresant. Foarte mulți medici am consultat și auzeam că ei spun că noi vedem asta prima dată.
Шнек на узяма, так ей медич, кари практик, на фикари зи, кари вед мулти. Ши ей им спомнял, что к ней с прима дату каша копил, но и ну штиам унди с ним и адресем. Мы чепут с судьем интернету, с видим, к аста есть ин луми ди мулт, но майк ну си ворбеште. А трекут он пик темп, шам целес, как у вас отребу ди трейд. Сипуати ди трейд. Uneori eu cred că, știți, nu am atâta răbdare cât are el. El înțelege alți oameni. Iată, eu socot că el înțelege alți oameni mult mai bine ca noi. Eu am foarte mari speranțe, totuși că aici, dacă noi o să putem învăța și o să mergem bine, el o să primească niște cunoștințe pentru viață bune. Chiar și pentru viața personală, să zicem așa, din tăi, mai întâi. Pentru că am înțeles că copiii învață lucruri chiar elementare. Ei lucrează, de pildă, cu materialul, dar pe urmă trebuie să facă ordine pe masă. Și tot mai scurtă sunt lucruri care noi toți le facem, numai că nu ne dăm seama. Dar pentru dânsi asta foarte mult contează, că ei o să învețe asta. Viitorul adulților e foarte complicat, eu cred. Societatea noastră nu e gata să primească așa maturi. Ei au capacități care încă noi nu le putem ști până la capăt, nu le putem asimila. Noi suntem un fel și ei sunt un pic altfel. У меня есть вторая дочь, Антонина. Я бы, наверное, решилась, если бы я не вышла замуж. У меня муж просто очень спокойный, очень хорошо принял моего ребенка и очень хорошо относится к ней. И я немножечко со страхом, конечно, относилась ко второму ребенку. Все из нас, когда встает вопрос о втором ребенке, боятся повтора диагноза. И все очень... Не хотелось бы еще раз окунуться в данную ситуацию. Но так как там ситуация была спокойная, психологическая, поэтому меня убедили, что второй раз бомба в воронку не падает. Даша со мной играет. Даша со мной на гамаке катается. Ей тяжело ходить, ей тяжело кушать, ей тяжело одеваться, ей тяжело обувь, тяжело калитку открыть. Помогаю ей. Она моя сестра, и я ее люблю такая, как она есть. Одна девочка в садике сказала, что больных детей не бывает. Я сказала, что больные дети существуют. А эта девочка мне сказала еще раз, что они не существуют. Я с ней не дружила полдня. Для того, чтобы мой ребенок, моя младшая дочь, приняла мою старшую дочь, я работаю каждый день над этим. Мы ее учим и объясняем, что самый близкий тебе человек – это твоя сестра, и когда нас не будет, она будет с тобой рядом. И вообще я говорю своей младшей дочери, что мы любим их одинаково, но ей очень повезло с такой сестрой, потому что такой ребенок никогда не предаст, она никогда не обидит, она никогда не позавидует. Можно сказать, что как называли этих детей блаженными, да? Не зря их называли, потому что они от Бога. Они не способны злиться, не способны завидовать, зато она очень сильно любит всех нас. В нашей республике Молдова очень мало аутистов в связи с тем, что до сих пор, до 18 лет, все дети находились под присмотром участковых психиатров с диагнозом аутизм. Как только детям исполнялось 18 лет, и они переходили на взрослую комиссию, переходили к взрослым участковым психиатрам, дети переходили автоматически на такие диагнозы, как шизофрения, к примеру. Поэтому аутистов у нас по численности было очень мало. Но на сегодняшний день, по решению Министерства здравоохранения, и уже об этом оповещены все ментальные центры при поликлиниках, эти детки остаются с диагнозом аутизм. Поэтому, я думаю, статистика будет совершенно другой. Ура!
Очень важно для деток после 18, уже будем говорить с подростком, чтобы у них оставался диагноз аутизм. Только потому, что он никуда не девается. Аутизм не испаряется, симптоматика никуда не уходит. Наоборот, многие из этих деток становятся более агрессивными, но симптоматика остается такой же, какой была всю жизнь. Дети с данными диагнозами, становясь взрослыми, они остаются на улице. Эти дети, от которых отказывается общество полностью. Если нет бабушек, дедушек, эти дети остаются просто в интернатах определяются, потому что трудные социальные семьи. Если эти дети с симптоматикой, допустим, каких-то психозов или они агрессивны, то эти дети, конечно, на постоянном лечении, на серьезных препаратах, в результате которых эти дети становятся еще более недееспособными. Поэтому судьба очень печальная у таких деток. Relația dintre frate, frați în general, știți cum, ea poate fi diferită, la diferite etape de copilărie. Totuși, în Sasha noi punem mai multe speranțe, pentru că, mă rog, el are alte capacități, are alte oportunități pentru mai departe. Și, dintr-o măsură care facem tot ce e posibil ca el să găsească cu dânsul limbă comună și să fie mai aproape. Eu am vrut totuși în plan estetic să-l mai dezvolt și noi am încercat dansurile. Și aici am avut succes. El are auz muzical foarte bun. Dezvoltă absolut toate direcțiile, și fizic, și moral, și estetic, și spiritual, în toate direcțiile. Adică aici e un simbioz, toate odată lucrează. Și asta foarte bine acționează eu la dânsul Socot. Am ajuns la dansuri, la școală, la Iuliana. Iuliana, era mai 31. Da, 31 mai, da, noi am dansat la ultimul sunet. La dansuri, atunci la sâmbătă. Sâmbătă, da. Sâmbătă, 1. Și duminică. Și duminică. Facem lecții, da? Facem lecții. Cu Nadia. Ajuns la... Cu Nadia. Cu Nadia. E destul interesant să ai un frate care este născut cu așa o condiție. Nu e ușor, dar poți să trăiești oricum, chiar dacă e greu câteodată. Când eram mai copil, desigur, eram gelos, că eu tot vreau atenție. Dar apoi, mai deja acum înțeleg că da, și eu tot ar trebui să-i dau lui atenție, în general, că el e special și necesită atenție specială, comportament mai delicat. Autismul nu este o condiție care e așa ca schizofrenie, că e schizofrenie, nu. Este un spectrum. Eu, în general, tot sunt pe spectrul autismului, numai că gradul mai jos, care se numește sindrom Asperger, însă în general, autiștii au capacități speciale care trebuie să fie găsite. Rămâne în mâinile societății mari, în general, să accepte pe acești oameni și să îi acomodeze. Ei toți sunt oameni, chiar dacă sunt mai puțin diferiți decât noi. Я еще стала задумываться о будущем, потому что ни моя мама не вечная, ни я не вечная, и кто-то должен будет позаботиться о Даше. Поэтому очень жаль, но придется моему ребенку рассказать, что эта ноша передастся ему крест, будем передавать. Но выбора у нас нет. Я аж вряд ли, как я свою тут же дистанциатор, ну, депендит. Din nimeni. E bine că n-ai pe cineva alături, că știi că este fratele sau cineva din rude sau noi, sigur că, dar mai mult noi ne axăm pe faptul că el să învețe singur.
Заняться свое задание дело. Да, занятие, да. Но ты будешь учиться шить. И без проблем. Без... Да, будешь думаешь, без проблем получится, да? У тебя получится, да? Ты сможешь. Тёма. Тёма. Серьезно. Ну да. Хорошо, серьезно. Давай, серьезно. Ты уже взрослый.